Так вот, чтобы было понятно, здесь цены абсолютно недорогие. Дело в чем заключается, я сюда пришел и сказал, дайте мне, пожалуйста, большой букет на 10 тысяч рублей, чтобы подарила своей супруге, она очень хорошо танцует. Вот. Мне сделали замечательный букет, цена была абсолютно недорогая, и по сути я бы мог его просто купить. Но тем не менее, дарение цветов — это супер. Дарение цветов — это ваша радость и радость вашей возлюбленной. Дарение цветов от бизнес-букета — не такое дорогое удовольствие. По сути, вы можете это делать регулярно. Да, да, регулярно вы можете дарить своей супруге букеты. Причем цена-то небольшая, потому как на букеты мы не прельстились. И по сути, букеты доставляются нам из разных стран. Я толком не понимаю, как за кусок непонятного мяса платить 700 рублей, когда три розы стоят дешевле. И по сути, понять-то надо. Куском мяса ты доволен будешь в процессе еды, а цветы и их аромат, он сохраняется гораздо дольше. И не только аромат, это то, что показывает вам, какова замечательная жизнь. Вот то, что за моей спиной, это вот для тех, кто немножко накосячил. Вы, конечно, можете дарить супруге букеты постоянно. Но если у вас небольшой косячок, то ваш косячок замечательным образом абрамируется этими сногсшибательными игрушками. И они есть везде. То есть, по сути, вы должны понять, где находятся бизнес-букеты. Они находятся в Ленинском районе, и одна из частей находится рядышком с гостиным двором. То есть покупайте там и дарите супер настроение, потому что, ну, это же красиво, когда вот с таким или вот с таким вы еще и цветок подарите. Но это действительно здорово, когда ваша радость работает вместе с бизнес-букетом. В особенности, если вы попросили флориста, руководителя цветочной композиции, собрать вам букет. И поймите, что флорист делает только ваш букет, и кои вы и подарите, и тот, кому вы это подарили, он поймет именно вашу составляющую и вашу любовь. Да, цветы, и это лучшая часть жизни. И вот вы можете все это увидеть. И бизнес-букет располагается в том числе и рядом с гостиным двором. Придите, купите себе замечательные цветочки. Причем разные цветочки. Можно даже из маленьких сделать супер букет. Вот, сюда приезжайте на Ленинградскую 35. Вот. И здесь вам еще устроят кое-что другое. То есть, представляете, человек к вам пришел и внезапно откуда, и вдруг он увидел вот такие цветы, красивые цветы. Да, это искусственные цветы, но они супер оформляются, и в итоге любой человек, который к вам придет, поймет, что у вас счастье. Потому что цветы – это и есть признак счастья. Но если вы, допустим, придете сюда, на проспект Ленина 31, то вы можете себе купить еще и домашние цветы. То есть вот там делаются и домашние цветочки. Вот чем ли это не ваша радость, то? А разговор идет о искусственных цветочных композициях. Потому как не каждый может прийти сюда каждый день. Хотя я вам уже говорил, ценники небольшие. Но тот, кто хочет, чтобы цветы присутствовали постоянно, и вот это выбор в пользу бизнес-букета. И даже искусственные цветы вас будут радовать. И вот два места. Они находятся в замечательном Ленинском районе. Одно из них находится в Орджоникидзевском районе, рядышком с гостиным двором. Придите, посмотрите и поймите результат. Что если вы своей супруге или кому-нибудь дарите букет, то уж, по крайней мере, счастье-то будет гораздо больше, чем если вы пришли без букета. А цена вопроса не такая уж и большая. Поверьте мне, это то же самое, что вы зашли бы куда-то, ну, допустим, в магазин и купили себе очень дорогую колбасу. 500 рублей. То здесь за эту сумму можно себе заказать замечательный букет.